Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сегодня каждый россиянин знает Елену Малышеву в лицо, но как выглядят ее родители? Ниже мы покажем вам фото матери и отца известного теледоктора и ведущей, а также докажем вам, что она, как две капли воды, похожа на свою мать. Отец известный телеведущий Шабунин Василий Иосифович. Он всю жизнь проработал доктором и много лет занимал должность главного врача в одной из больниц Кемерово. Его трудовой практике также значится деятельность в Кемеровском горздравотделе. Василия Иосифовича не стало в 2009 году, в январе. Галина Александровна Морозова – это мама Елены Малышевой. Женщина также имеет медицинское образование. Долгое время она руководила инфекционным отделением в одной из больниц Кемерово. Когда Елена Малышева выложила в сеть фото и видео со своей мамой, пользователи пришли в изумление от того, насколько женщины похожи. Быть может, причина кроется в одном цвете волос и похожих прическах, но многие сходятся во мнении, что у них чуть ли не одинаковые черты лица. Кто же по национальности Елена Малышева? Оказывается, телеведущая имеет еврейское и русское происхождение одновременно. Причем еврейские корни достались ей от папы, а русские от мамы. С ранних лет Елена Васильевна поняла, что она хочет пойти по стопам своих родителей и связать свою жизнь с медициной. Стоит отметить, что на телевидении она попала уже будучи опытным врачом с большим багажом знаний. Елена окончила медицинский институт на отлично, после чего поступила в Московскую академию медицинских наук в аспирантуру. В настоящее время Елена Малышева – профессор и доктор медицинских наук, а также ведущая популярной передачи «Жить здорово», трансляция которой ведется на главном телеканале страны. Кроме всего прочего, Малышева – владелица крупной сети медицинских центров, функционирующих по всей России, а также автор нескольких программ. Все это – результат упорного труда, который Елена Малышева обожает. Она заявляет, что очень любит познавать что-то новое, а ее подъем всегда очень ранний. Елена Васильевна замужем за очень хорошим, по ее словам, человеком, Игорем Малышевым. Этот брак стал для нее единственным и счастливым, в котором появилось двое сыновей, и теперь они продолжают врачебную династию. Сегодня она даже единожды бабушка. 5 лет назад у ее старшего сына Юрия родился ребенок. А смотришь ли ты передачи с Еленой Малышевой? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.